Здесь, скажем так, газ провели, электричество провели, котельная своя, в общем-то, все здесь полностью опомнили. Ну вот видите, как истратили на все это дело 73 миллиона собственных средств. Без заемов. Без заемов. Значит, цех по розливу соков планируется тоже порядка 72 миллионов, тоже собственных средств. 1,5 миллиона литров в месяц – это приличный объем. Да. И также весной планируем заложить завод, здесь в районе тоже, 10 километров отсюда, село Никитское, по выращиванию шампиньонов, мощностью 2000 тонн в год. И рядом же на этой же территории завод по производству компоста. Буквально на следующей неделе приезжает профессор с Москвы, будем привязывать проект, купили в Европе. Сколько здесь проект. Человек работает? Например? Здесь работает 15 человек. Средняя зарплата от 15 до 20 тысяч рабочие. Вот. Ну, за ноябрь получено, за декабрь мы 20 числа выплачиваем. 5 выплачиваем, 20 числа выплачиваем. У нас получится, вот. Значит, там у нас подсобные помещения, душевые, туалеты и так далее и тому подобное. То есть основной сбыт это, когда сама фабрика будет, да? Да, да. И кто еще покупатель? Сейчас мы еще готовим на экспорт в Узбекистан, Казахстан. Будем туда сейчас, недавно подписали контракт да? с Узбекистаном на 10 тысяч квадратных метров. Нет, что-то есть, наверное. Сотые панели стоят 1200. Нет, это 60. Ну, наш время звонит. Продукты сертифицированы от 3 суток до месяца очищения. Торгуют, да? Да, это во всех сетевых и во многих розничных магазинах представлено. А со злаками какие-то делаете? На данный момент нет, разрабатываем новые знаковые, да, хлеба несколько видов. Хлеб луковый? Да, тостовые хлеба, различные булочки, мелкоштучные кондитерские изделия. Зарплата какая? Средняя зарплата 12 тысяч рублей в сотрудниках. 12, да? Да. При, если, как мы планируем за год, выйти на 10 тонн в сутки, планируем увеличить заработную плату где-то в пределах 50 и выше процентов. То есть, ну, все дадут, да? Ну, до 20, может быть, не дойдем, но, опять же, это средняя. Если войти, да. То есть это время, которое можно. То есть на пациента 12 минут у нас, да, идет? Да, стандарт, да? Сколько сейчас записывается по информату? На самом деле не процент небольшой, за 2013 год где-то 29,5 у нас запись прошла в целом по поликлинике. 678 человек, это, ну, порядка 2% через инфоманы. Да, полностью капитальный ремонт за 2 года. Первый год у нас 4,5 миллиона был, все коммуникации, а второй год это уже внутренняя отделка. А, кроме этого, получили и оборудование в рамках программы модернизации. Вот хотелось бы показать вам. Вы довольны? Я очень довольна. И пациенты довольны. Ну вот я как раз сейчас дал справочку у нас покажу, по рентгенаппаратам у нас там как раз. По столам, по рентгенсталам там есть вопрос. Потому что денег-то государство выделяет много, хочется покупать хорошую технику. Ну да. Чтобы, так сказать, чтобы она, во-первых, и работала, и качественно работала, и долго работала. А сколько у вас получается, вот сколько он работает уже аппарат? Вот. Вот, да? Сколько лет мы сделали? 4 705 человек прошли флюорографию. Да? Ну, помимо флюорографии мы делаем еще и другие снимки. Угу. Пазухи, кости, таз. Ну, понятно, четко нужно же выполнять указы президента. И у нас врачи по итогам 2014 года, сколько должна быть средняя зарплата? По вашей линейке. 36. 35,5, 36 в этом пределе. 35-36, понятно. Сейчас по сколько получается? Сейчас средняя 30. У врачей? Да, по поликлинике. Так, у среднего персонала медицинского? 17,1, это опять по учреждениям. Здесь, если говорить, скажем, по поликлиническому, именно конкретному, у врачей 25,8, а у среднего медперсонала 14,2, среднего. Понятно. Ну, то есть, вот вы понимаете, как вы именно вот по поликлинике будете тоже, так сказать, линейку реализовывать? Конечно, это и диспансеризация,
это и выполнение объема. Ну что, на встречу придете к нам? Конечно. Да? Придете? Конечно. Давайте, приходите.